Друзья, привет! Фикс Прайс, Калантай 24, Санкт-Петербург. Покажу вам новинки и полезные товары. Вторая часть будет из магазина Син, который находится в Охта-Молл, Санкт-Петербург. Приятного вам просмотра! Новые сладости, конфетки, воздушный суфле, пухлый кролик со вкусом пломбира, тыквы и манго. 130 граммов, 59 рублей. Поступили детские манишки с двойной высокой горловиной. 100% акрил, а вторая часть, второй слой, сделана из флиса, очень толстенькая. Защитит шею, плечи и грудь от холода и ветра. Есть чудесные расцветки и на девочек, и на мальчиков. Классная вещь, сама бы себе такую купила, но это все-таки детская. 249 рублей, производитель Россия. Подвезли мужские шапочки вязаные, очень плотная вязка, 100% акрил, размер 56 до 62. Производитель Россия, 199 рублей. Носочки женские очень высокие, если отвернуть вот этот отворот, и очень теплые. Я в том году такие покупала. Состав акрил, полиэстер и немного шерсти, 2%. Размер 36-40, 99 рублей. Носочки женские, 64% хлопка. Везде одинаковый рисунок, лапка с пирожным. Сейчас по карте можно купить дешевле, 71 рубль. Расцветок, как видите, много. Антизапотеватель для стекол и зеркал в автомобиле для безопасного движения. 200 мл, 79 рублей. Керамические горшки для цветов. Опять появились все расцветки по 199 рублей с золотистыми полосками. Новое жидкое мыло, целебные травы с антибактериальной добавкой, с облепихой и витамином Е. 450 мл, 79 рублей. Россия. Кабель USB с функцией зарядки, длина провода 100 сантиметров, магнитный штекер, есть подсветка, 99 рублей. Кабель USB с функцией передачи данных и зарядки, длина провода 125 сантиметров, цены я не нашла. Коробка органайзер малый, размер S, есть ручки и вырезанная передняя стенка, 59 рублей, белые и серые. И большие также есть, 99 рублей. Друзья, вы посмотрите, что опять появилось. Это серия книг «Мировая история в лицах самых ярких, известных художников прошлого». В каждой книге можно ознакомиться с краткой биографией, интересными фактами из жизни и репродукциями картин. И книги эти я снимала на Калантай 30, на 24 также есть, но там почти все разобрали. А на Калантай 30 почти все книги в наличии. Очень красиво оформлены, толстый переплет и яркие иллюстрации. Цена 349 рублей. Обожаю Дали. И Гогена тоже люблю. Приходите, выбирайте, пока они еще есть. В отдел посуду только что начали выставлять новинки. Будет, видимо, вся эта серия, что я вам вчера показывала. Тарелки глубокие из фарфора по 99 рублей. Два дизайна. Вновь привезли в большом количестве керамические масленки по 199 рублей. Стеклянный салатник 13 сантиметров с листочками 24,70. Небольшие симпатичные керамические салатники. Посмотрите, сколько привезли. Вновь 49,50. Пиала 520 мл. Это фарфор без всяких надписей и рисунков. 87 рублей. Стеклянные кружки с еночками сюда также привезли по 124 рубля. Кружка 300 мл из серии «Гусь».
99 рублей. Видимо, будет вся коллекция. А кружки есть в двух дизайнах. Цветные кружки 330 мл, сделаны из фарфора, но так написано. Голубые, розовые и оранжевые. 79 рублей. Кружка 500 мл, люминарк, темное стекло, толстые стенки. Отлично изготовлено, 149 рублей. Магазин «Син», который находится в Охта-Молл, Санкт-Петербург. Первый раз в этом магазине. Давайте посмотрим ассортимент, новинки. Приятного вам просмотра. Новый аромат-диффузор, бутылочка в виде елки, темно-зеленого цвета, черные палочки, 599 рублей. Приятный еловый аромат. Такие кружечки я вам показывала с елочками в предыдущем обзоре. И гирлянды здесь есть, и мыши большие, и кружечки с оленями. Красивая сине-белая кружка с градиентом. 299 рублей со скидкой. Декоративная подставка продается со скидками 199 рублей. А вот такие кружки новые, я их не видела. 199 рублей, черно-белые. И вот такая кружечка стоит 199 рублей. Кружка с золотой ручкой 249 рублей, очень нежная. Табурет с мягким верхом. Посмотрите, какой красивый, с собачками. Внутри ящик вместительный. 899 рублей. Понравился набор свечек. 4 штуки в керамических стаканах. Все черного цвета. Здесь и луна, и месяц, и солнышко. 599 рублей. Аромодиффузор 799 рублей. Ароматная свеча. 3 фитиля с оригинальной деревянной крышкой 599 рублей. И такая ароматная свеча в керамическом подсвечнике 599 рублей. Вы только посмотрите, какие здесь шторы бархатные. 140 на 260 сантиметров. Ярко-синие, ярко-зеленые. Вот 3 штучки осталось. 999 рублей. 4 свечи в коробке с градиентом 349 рублей. Наволочки такие я тоже не видела, они как бархатные, 40 на 40 сантиметров, скидка на них 299 рублей. Много расцветок. Брутальная кожаная коробка для салфеток 499 рублей со скидкой. Корзина из натурального волокна, а каркас сделан из металла 499 рублей. Искусственный цветок в горшке 399 рублей. По-моему, это щучий хвост. Новые ароматные свечи по 299 рублей. Очень большой выбор. Горы кружек, 2 штучки, 449 рублей. Этот керамический домик, оказывается, он идет вот с этим деревянным подсвечником. Будет классно. Стакан керамический, остались только вот такого цвета, бледно-сиреневый, 199 рублей. Половники я вам не показывала, 149 рублей. И вот такая шумовка, 199 рублей, с деревянной ручкой. Набор свечек, 3 штучки, они такой формы конуса, 199 рублей. Детская бархатная пижамка с оленями, с длинными штанишками, 699 рублей. Есть хлопковые пижамы с длинными штанами, с котиками, 499 рублей. Платье нарядное, все блестящее, с пайетками. Оно идет с чехлом, 1299 рублей. Все блестит. Переливается. Друзья, спасибо большое за внимание. На этом пока все. А мы продолжаем гулять, любоваться шикарным Исаакиевским собором. Я понимаю, что не всем это по вкусу, но это предпоследнее видео из собора. А я с вами прощаюсь, друзья. До завтра. Всего вам самого хорошего и пока. Наслаждайтесь, напитывайтесь красотой.
Какая красота! Нереально! Самый центр. Самый центр собора. Смотрим наверх.